20 воздушных петель. Я провязала 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я провязала 20 воздушных петелек. Теперь нужно провязать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И через одну петлю я провяжу столбик без накида. Провязала. Дальше я буду вязать 4 столбика в каждую петлю. Первый, второй, третий и четвертый. Так, я провязала. Дальше провязываю 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 3 петли. И в четвертую петлю вяжу 5 столбиков без накида. Так, я провязала первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Так, так должно получиться. Дальше я вяжу в конце ряда 2 воздушные петельки и через петлю провязываю столбик с накидом. Вот я провязала первый ряд. Разворачиваю вязание. Вяжу в начале ряда 3 воздушные петли подъема. Плюс еще одну. И над воздушными петлями вяжу пышный столбик с 3 накидами. Так, один я сделала, делаю второй накид, вытягиваю петлю, третий и вытягиваю ниточку и еще раз. Теперь я вяжу воздушную петельку и мне нужно провязать сюда же столбик с 3 накидами. Так, и так я провязала 2 пышных столбика. Пропускаю 2 петли и в третью петлю вяжу столбик с накидом. Через 2 петли вот такая арочка. Я в эту арочку вяжу пышный столбик с 3 накидами. Вот так провязала и закрепила. Воздушная петля и 3 столбика. Ой, 3 этих столбик с 3 накидами. Я провязала пышный столбик. Дальше вяжем 2 воздушные петли и сюда же пышный столбик, накид
Втягиваю петельку, накид, вытягиваю петелечку. Так вот. И еще раз. Так, я провязала 3 пышных столбика. Вяжу воздушную петельку и сюда же вяжу 4-й пышный столбик. Этот узор очень красивый. Советую научиться. Узоры с пышными столбиками особенно красивы. Так, я провязала. Дальше, тут посерединке, во вторую петлю я вяжу столбик с накидом. И в конце ряда вяжу пышный столбик. Так, вытянула петлю и еще раз. Воздушная петля и вяжу сюда же пышный столбик. Все, я провязала 2 пышных столбика. Дальше воздушную петелечку вяжу и столбик с накидом. Так, я провязала 2-й ряд. Разворачиваю вязание. Вяжу 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и возле пышного столбика вяжу пышный столбик с 3 накидами. Провязала. Такой узор очень красиво смотрится, если вязать из махера. Пышные столбики реально становятся пышными. Воздушная петля. И сюда же рядышком вяжу также пышный столбик. Так, ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии, хотите ли вы схему этого узора. Так, и теперь я над столбиком вяжу столбик с накидом. Так, я провязала и вяжу опять пышные столбики. Пропускаю 1-й, 2-й и над воздушными петлями вяжу пышный столбик с 3 накидами. Сохраняйте это видео себе, копилочку. Оно вам обязательно, этот узор пригодится. Воздушная петля. И еще вяжу пышный столбик. Вот так. Провязала 2 воздушные петелечки и сюда же вяжу пышный столбик. Один провязала, между ними нужно провязать еще воздушную петлю и провязываю пышный столбик. Так. И здесь я провяжу столбик с накидом. И
провязываю также в конце ряда два пышных столбика, между ними воздушная петля. Так, воздушная петля и рядышком пышный столбик. Так получается. Разворачиваю вязание, вяжу 4 воздушные петли подъема, 3 плюс 1. И тут с краешку. Сейчас я посмотрю схему. Да, я тут не провязала воздушную петелечку, надо сейчас провязать. В конце ряда я вяжу пышный столбик, обязательно воздушную петлю и столбик с накидом.